Здравствуйте, уважаемые зрители канала Хобби Уральцы. В этом году первый раз прививки на нашем семейном дереве яблоньки зацветают. И, возможно, в этом году мы уже узнаем, какие плоды у данных сортов. Место прививки постепенно затягивается. С каждым годом рана все меньше и меньше. А часть привитая все больше и больше разрастается. И на данный момент уже практически 1/3 дерева обычной дикой яблоньки уже культурная. К сожалению, большинство прививок прошлого года вот здесь я делал прививки, они не пошли в рост. Здесь практически на каждой веточке делал прививку. Пошло в рост только всего 2 штуки. Вот одна прививочка и вот вторая. Но со временем эти прививки вырастут и тоже, надеюсь, будут радовать нас плодами. Дальнейшую судьбу нашего семейного дерева я обязательно буду освещать. Результаты цветения, как завяжутся плоды. Чтобы не пропустить эти события, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, задавайте вопросы, делитесь своими советами. Успехов вам и до новых встреч!